23 числа вся страна будет отмечать День защитника Отечества. История праздника насчитывает уже более 90 лет. Изначально эта дата была объявлена Днем Красной Армии, а сегодня праздник трансформировался в День защитника Отечества. Но несмотря на это, военная кафедра ЮРГУ продолжает сохранять традиции мужественного праздника. Служители факультета военного обучения являются достойными продолжателями славных традиций своих отцов и дедов. И сегодня мы с вами собрались на торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. По традиции в зале собрались ветераны, офицеры, студенты факультета военного обучения ЮРГУ, которые являются защитниками не на слове, а на деле. На протяжении всей учебы в университете молодых людей обучают всем необходимым навыкам военного мастерства, превращая их в настоящих защитников Отечества. Человек, который имеет представление о чести, достоинстве и справедливости, способный защитить себя, свою семью, свою родину. 23 февраля – это день не то чтобы противопоставляемый 8 марта, как Дню женщин. Это день тех мужчин, кто посвятил свою жизнь служению своей стране, ее защите и обеспечению безопасности ее границ. 23 февраля факультет военного обучения примет участие в возложении венков у могилы неизвестного солдата. А пока настоящие мужчины поздравляют друг друга с предстоящим праздником. Хочу пожелать будущим офицерам и студентам, чтобы они, получив профессию офицера, родину защищать. Если понадобится, с честью выполнили свой долг.